В столице Туркменистана прошло важное событие, совмещенное с празднованием Дня Ашхабада. В этот день 136 семей получили ключи от своих новых домов, расположенных в жилом комплексе Чоланы. Церемония вручения ключей была организована в традиционном стиле, сопровождаемая яркими мероприятиями и концертом. Строители, чьи усилия вложились в создание этого жилого комплекса, были также отмечены подарками от имени президента Туркменистана. Для новых жильцов этот день стал особенным. Они впервые стали обладателями двухэтажных коттеджей. Каждый из этих коттеджей представляет собой не просто жилое помещение, а целый дом с комфортной планировкой и уютной обстановкой. Внутри можно обнаружить просторные комнаты с современным ремонтом. Каждый коттедж имеет 2 этажа и 3 комнаты, а также собственный приусадебный участок площадью 6 соток. Жилой комплекс Чоланы спроектирован таким образом, что все дома встроены в единый ансамбль. Қақырман арқадағымызды, қорматлы президентімізді көп-көп сақ олсын, намыз айтжат, қой олырын жаңдар сақ олсын, өмірлері ұзақ болсын.